привет, Юлия Звездформит. Специально для iFamous. Сейчас мы постоим у входа в клуб Cat, где скоро состоится концерт Иван Дорн. Спасибо. Давайте поднимем руку, будем вместе едины. Когда на сцене стоят Тихо Флай из Украины. Сейчас находимся после концерта Ивана Дорна в Нью-Йорке в клубе Cats. Сейчас мы наконец поговорим с ним. Расскажи нам, как впечатление после концерта? Публика вялая, на самом деле, какая-то. Да, у нас получше прыгают, у нас получше встречают. У нас более такие развязаны. Здесь, наверное, все испорчено тем, что очень большая консистенция звезд, и мы своим присутствием здесь никого не удивили. А это твой первый концерт в Нью-Йорке? Да, но песни победили. В итоге мы их раскачали. Ну, расскажи нам. А почему ты смеешься? Ты понимаешь, на русском, да? Кто-то спалился, да? Какую мишку белого получил? Большого? Ну и пакеты такие. В этом году будешь сотрудничать с ними? И деньги получил. Если предложат, то да. Но думаю, что нет, потому что мы уже не успеем ничего написать. По поводу нового альбома нам расскажи какие-нибудь секреты, сюрпризы будут, что-то, что твоим фанатам ждать? Не будет никаких секретов, не будет никаких сюрпризов, будут просто новые песни. Документальный фильм, который мы выложили в интернете, большой, длинный, на 59 минут. Вот это и есть превью, это и есть тизер того, что будет в альбоме. Спасибо большое.